О, картины-то висят, кстати. Уже приятно. О, ванна. Катька. Угу. Вот ты и дома. Ну что, еще разок? Ты еще спрашиваешь? У человека всегда должна быть свобода выбора. Такая вся причесанная. Что это? Наверное, просто учение. Нет, это уже не учение. Быстро, быстро. Хоп. Мерда. Нужно найти Марио и собрать войска. Мои люди во дворе. Я проведу их сзади, обойду врагов с фланга. Спрячься где-нибудь. О. Так, понятно. Брони по нулям? Да. Ну, я почти угадал. Кто посмел? Не то чтобы совсем, но... Охренеть. Я думал, головой сейчас его отобьет. Ну, блин. Это Борджия! Борджа. Я должен был это предвидеть. Должно быть, они пришли ночью с востока. Нужно задержать их, пока горожане не скроются. Ого! Пипец! Пользуй пушки в парке над стенами. А я пойду в атаку. А у тебя? Оно в надежном месте. Не дай людям Борджа проломить стены, пока все наши не ушли. Инсьеме перла виттория. Инсьеме. Дядя, будь осторожен. Хорошо. Вот гады! Сволочи! Ничего не отбил? Нет. Блин, я в одной рубашке сейчас буду мочить этих борджей. Ау! Поберегись! Извините! Право. Потеряно двойной клинок, потеряна большая сумка. Вы издеваетесь, еще перечисляете мне это. Так плохо. Ай, лошадка. Жителей 275 осталось. Из 500. А, козлы. Блин. Что? Давай, давай, давай. Блин, я еще забраться не успел, уже все. А эти что, из пушек не стреляют? Не умеют, потому что не учились. Слава богу. Все хорошо. Задержать их, пока люди не уйдут. Заряжай пушку. Ого! Уничтожайте их пушки, сеньор! Промазал. Нет, попал. А на две сразу не получится? А я две сразу и выбил, просто немножко. Потом уничтожу, короче, сейчас с этой стороны снесу все. Слушай, даже, наверное, три можно зацепить, попробую. Не, видишь, одна зацепилась всего. Ага. На три не хватит. Ить. Как-то... 150 жителей.
Я стреляю. Заряжай быстрее. Стреляйте в них! Ух ты, фигня какая едет справа. Я что-то и не обратил внимания. Так, снесли. Вон там пушка еще осталась. Ау! Еще одна. Ого! Ага. О, вот это. О, пушки! Сейчас ее снесем сначала, наверное. Хотя нет, пушку надо. Укрепление уже, одна штучка осталась, смотри. А я не могу быстрее-то. Гады. Как-то их слишком много. 45 жителей всего. Ну да, пушек дофига. Я не могу левее повернуть, черт. Нормально. Вон еще пушки, вон бомбят. А я не могу туда повернуть. И теперь по этой штуке. Ну, сейчас, да. Нормально, вообще. Но тут физически нереально успеть все, по-моему, убить. Ну, разве говорю, что видимо, совсем не промазал. Не мазать, да, видимо. Видимо, в расчете на то, что ты там еще успеешь справа пушки побить. Вначале сам. Если наоборот с этих начать. Ау. Эй, ну давай быстрее. Ну. Как же долго перезаряжается. Угу. И ездит долго. Я стреляю. По три можно выносить их за раз все-таки. Если по центральной стрелять. Пожалуйста. Ага. Ау! Он мертв, сеньор! Там кто-то стреляет с вашей стороны еще. Ух ты! Хорошо бахнул. Ага. И справа еще, да, пушки? Да. Но я уже все равно не успеваю. Как-то. Но не слишком далеко. Есть люди, не останавливайтесь. Позиция вообще неудобна, отсюда стрелять. Почти все жители выбрались из города. Ну я в смысл, в принципе, понимаю теперь. Да и понимал, все, спаслись, промазал. Ого-го! Я заменю вас! Идите! Бегу! Где-то раньше был. Это мясо. Как они обиделись за яблочко-то? Из-за товарища. Ага. За товарища Пухлика. Ответишь. Опа. Опа. Ой, у тебя хп-то мало, смотри-ка. Угу. Аккуратнее. Фига я могу. Сейчас, подождите.
Попал. Гад. Что в данном фрагменте? Сейчас заколет. Я знаю, что ты там, Эцио. Папа рассказал мне все и про тебя, и про ассасинов. И про это. Опа. Он сказал, что спрятано. Дай мне ружье, которое его друг сделал. Мы пролили столько крови. Думаю, пришло время очищения. Так что считай это предложением от моего семейства твоему. Вот говнюк, а. А в Эцио-то кто? А там люди стояли по бокам еще. Целились. Возможно, они... Баста! Я могу идти. Берегитесь! А. Они идут! Сознание просто потерял, что ли? Аудиторы! Так ничего не выйдет. Ни шагу назад! Бей его! У тебя всего 5 клеточек. Нормально. Мне 2 хватит. Наверное. Типа ты раненый? Вставай, Эцио. Эккола, быстрее, за ним! Так, у нас что-то даже есть, я смотрю. Надеюсь, родню, остальное не дожьют. Ну да. Шепот какой-то. Ах ты! Да, блин. Эцио, ну не того бьешь, ну я же. Смотри, как он к ней прицепился-то, а. Надо было его кинжалом, наверное, забить просто. Баба дура, блин. Когда вы убиваете врага, нажмите в следующую цель, нажмите крестик, чтобы казнить ее одним ударом. А, типа серия ударов получается? Серия убийств даже? Получается, да. Видимо. Это, видимо, вот поэтому я так быстро убивал. Ага-ага. Если много рядом, видимо, как раз вот, позволяет серию провести. Цепочка казни, да, называется. Пистолет. А зачем мне сейчас пистолет? Я не знаю. Я ухожу. А, понятно. Понятно, да. Клаудио, как танк, прошла такая. Я еще слишком молода. Я их задержу. Иди, иди же. Мы с Эцио, мы думали, что вас убили. Пока нет. Куда ведет этот коридор? На север, за стены. Никогда не слышал о нем. Пропустите, я помогу нашим солдатам. Какой-то хитрый дядька, понятно. Да. Мне он не понравился. Мне тоже. Где мама? В порядке? Я здесь, Эцио. Грация, адио. Мы не могли бросить тебя.
Путь будет непростым. Береги маму. Ну, возможно, я ошиблась насчет него. Я думала, он будет ждать нас. Пехота Борджи окружает город! Марио мертв. Отправляйтесь во Флоренцию. Здесь слишком опасно. Найди коня. Ты не поедешь с нами? Куда ты? В Рим. Иди, сын мой, и уничтожь их. Но не забывай, во имя чего сражаемся мы, ассасины. А что ты кряхтишь? Ну, раненый вообще. Я вот этого вообще не очень понял. Ну, хоть бы там подлечился как-то, приоделся и уже потом в Рим пошел. А так... Травма. Боевые раны. Видишь, хромой какой. Косой, горбатый. Глобальной экономики Рима, нажав Y. Люси, я не могу засечь координаты ЧЭ Эцио. ЧЭ? Да что тут вообще происходит? Извини, частица Эдема. Минерва говорила о храмах, о том, что они помогут защитить Землю от опасностей, которые ей угрожают. А, верно. Для поиска этих храмов нам понадобится яблоко Эдема. Минерва изменила яблоко, когда коснулась его. Постой, мы на вилле Аудитора? Да, наша последняя база в Италии. Тамплиеры перекрыли границу. Эцио спрятал ЧЭ в 1507 году. Но когда я анализирую этот фрагмент ДНК, он вспоминает что-то другое. Одно воспоминание внутри другого? Да, точно. Возможно. Возможно или точно? Кажется, у тебя было что-то похожее в Абстерго, не так ли? У Объекта 15 тоже наблюдалось такое явление, но она была беременна. Воспоминания родителей зародыша боролись друг с другом. Дезмонд не беременный, насколько я могу судить. Ну, разве что плотно пообед. Ты можешь перейти к другому участку? Нет, не выходит. Это уже было. Воспоминания Альтаира не открывались, пока Дезмонд не повысил синхронизацию. Значит, что-то подобное могло произойти и здесь. Эцио в плохом состоянии, и это дестабилизирует память Дезмонда. Либо причина в том, что Ребекка не очень хороший инженер. Спасибо, козел. А что? Просто перечисляю возможные варианты. А это один из наиболее вероятных. Неженка. Здесь опасно. Средства сотового наблюдения видят сквозь стены. Ты хочешь сказать спутникового? Шутишь? Абстерго перешла на использование вышек сотовой связи. Волны проходят везде. Они найдут нас. Нет, не найдут. Идем. Вход перекрыт какой-то балкой. Здесь мы точно не пройдем. И что дальше? Дорога делает петлю и возвращается к шоссе. Нам нельзя здесь оставаться. У нас брезент есть? Нужно прикрыть фургон. Я не хочу давить на вас, но времени почти не осталось. Тогда помоги нам, Шон. Есть идеи? Ну, не знаю. Может, есть другой вход в святилище? Эй, вроде что-то есть. Опа. Понятно. Снова просачивание. Угу. Воспоминания. За мной. Дезмонд, это было круто. Как-то само собой вышло. Мы пройдем вот здесь. Молодец. Как-то... Ну, значит, мы вас подождем, поработаем. Как
как-то не по-ассасински они там. Одна полезет, а другой вообще отказался спускаться. Я тоже хотел сказать. Понтуются, что-то понтуются, блин. А сами-то даже не прыгнули. Не включается. Наконец-то я на свободе. Давай поможем. Я предпочитаю развлекаться по-другому. Дай угадаю. Ложишься спать в 6 вечера? Что? Дезмонд! Я умею веселиться. Очень убедительно. Убедила. Ладно, ладно. Вот спасем мир, я тебе докажу. А можно мне расписку? Есть свет. Ух ты. Что это было? Я ничего не вижу. Беги, не дай солдатам схватить тебя. Корете. Ну! Это как раз когда они сбегали. Прошли здесь. Что? Эцио и горожане. После нападения. Теперь я их вижу. Дезмонд, это непросто. Но попробуй собраться. Сосредоточься на настоящем. А если я не могу остановить видение? Может, я скоро начну рисовать символы на стенах? Не шути так, Дезмонд. 16-й мертв. Давай сфокусируемся на настоящем. Я что хотел сказать? За ними стражники бежали, не тот ли лысый показал проход им? Возможно. О, скелет. Так, давай откроем. То есть, уход же был секретный, они уже за ними вплотную бежали. Да-да-да. И зачем он вообще остался? Чтобы помирать, типа? Ну... Заема. Отлично. Я туда пролезу. Поэтому я думаю, это он. Готов. Смелая. Ты сможешь поднять ворота? Нет, я пока еще не хочу кончить, как тот скелет. Я поищу обход. Ага. Поищу, зачем поищу, когда уже показали? Мне кажется, он здесь пролез бы, на самом деле. А кто бы подержал? Нет, я имею в виду через решетку. Думаешь, да? Не пролез бы, смотри. Достаточно худенький. Он недавно плотно поел. А, животик мешает. Ну ладно. Я могу здесь пролезть в нижний коридор. Молодец. А летучие мыши? Где? Ну мало ли, вдруг будут. Напомни мне не ставить тебя в дозор. А чё? Какого? Чё их боятся-то? Не... Ты видела? Это кто? Она была, по-моему, нет? Нет, вроде. А, она. Дезмонд? Снова призраки. Я здесь. Не уходи далеко. Ой. Тебя не зашибло? Нет, мама не пострадала. Дезмонд, здесь не забраться. Может быть, ты меня подсадишь? Плохая идея. Может, я подкину тебя, а ты схватишься за выступ? Это еще хуже. Апперсучокой. А? Я хотел взмутиться, но вы чё, прям не ассасины какие-то? Ага. Еще хуже. Еще скромная такая. Да ты сам залезешь. Да. Может так? Что ты собираешь? Спасибо. Всегда, пожалуйста. Интересно, сколько этим тоннелям лет? Средневековье. К счастью, подпорки пока выдерживают нас. После стольких дней в анимусе я уже не уверен. Не хочу тебя обидеть, но ты очень растолстел. Да. Я сказала Ребекке опустить анимус. Серьезно? Нет. Наверх? Готово. Когда я был здесь... Когда Эцио был здесь. Ну да, конечно, Эцио. Конечно. Не нужно было тебя впутывать. Это неправильно.
Но если серьезно, то, по крайней мере, я жив. И все благодаря тебе. Сосредоточься на своем пути, хорошо? Хорошо. А я думал, открыть надо. Черт, ну ладно. Оп. Погоди-ка, а там что? Ступы какие-то... А, нет, показалось, ну ладно. Из каких пор этим занимаюсь я? Ну, если все рычаги дерну я, что останется тебе? Ничего. Умница. Готова? Тут переключатель. Мне теперь тоже надо так же? Не работает. Понятно. А, вон вверху. Что-то открылось. Пойду посмотрю. Я тут застряла, но на той стороне какой-то рычаг. Отлично. Энцо принимает ванну вместе с Катериной Сфорца, а я плаваю в туалете. Завидуешь? Есть, получилось! Держу. Впереди еще один рычаг. Иди сюда. Куда-сюда? Плыть, что ли? Видимо. Ну или как-то по боку, но... Наверное, плыть. Черт, как холодно! Хватит ныть! Тебе легко говорить. Ты же не плаваешь в какой-то средневековой помойке. Как я воняю. Ты преувеличиваешь. Надо ее обнять и потискать, чтобы поняла. Ну-ка, иди сюда. Визжала бы тут, наверное, как поросё. Как ты... Не забывай, ты живешь в этом времени. Да, да. Непривычно этим заниматься за Дезмонда. Ага. Оп. Готово? Давай. Не, ну так неинтересно, я думал, они опустится она сейчас. Тебе не пришлось мокнуть. Потому что есть ты. Очаровательно. Я такая. Главное, скромная. Так иди сюда. Держу тебя. Спасибо. Ой-ой-ой, там убивают всех. Угу. Так. Прекрасно. Мост накрылся. Здесь нам не прыгнуть. Есть идея, но понадобится твоя помощь. Встань у края и приготовься. Нажмите любую кнопку. Сейчас готов. Она прыгнет. Вот. Есть! Давай посмотрим. Да ты иди, чего там? А я тут сдохну на потеху летучим мышам. Прыгай давай. Отлично. Вот облом для летучих мышей. Пока что да. Сейчас. Оп. Оп. Пошли. Солдаты, я нашел вход. Нам куда? Нам, видимо, сюда. Хм.
А она по лесенке. Так, нам... Я тут подожду. Ладно, дай мне только опустить для тебя этот мост. Последний опускала я. Надеюсь, что для тебя последний. Ха-ха, очень смешно. Вот на короле сели-то. Ого. А, понятно. Есть! Спасибо, Дезмонд. Всегда рад. Тьфу ты. Теперь моя очередь сравнять счет. Готово. Спасибо. Уже что-то. Давай, колдуй. Колдуй. Так, налево. Я, видимо, наверх. Оп. Даже ткань не сгнила. И вверх? Не то, чтобы не сгнило. Ну, кроме того, может, это какая-то такая хитрая ткань. Специальная ткань. Да. Спасибо. Которая не... Мы классная команда. Не гниет. Ну, давай. Твоя очередь. Ладно. Идем, Дезмонд. Идем. Спокойно. Не истерикуй. Я вижу святилище. Загрузка идет? Да. А ты не найдешь сейчас его, это, костюмчик его? Было бы круто. Ого! Похоже, Эцио вернулся сюда после нападения. Но зачем? За костюмом. Дезмонд! Давай откроем дверь. Он одетый, видел уже, да? Да, одетый был. Уходил раздетый. Значит, ты ничего не найдешь. Ну вот. Я все испортила. Да. Так, ладно, я думаю, на самом деле, что мы тогда на этом закончим. Надеемся, вам нравится. Оставайтесь с нами и увидимся в следующей серии. Всем пока. Всем пока.